оторвал я эту крышку. Здравствуйте, уважаемые господа. Вы на моем канале. Зовут меня Борис. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Так, сегодня у нас на распаковке три лампочки. Хотя это не так, это не три лампочки, это у нас часики. Как указано здесь, это смарт-часики. По-моему, U8 или U60. Но в описании будет написано. Не в описании, а в заглавлении. Так, пришли данные часики вот в таком пакетике с пупырышками. Самое интересное, что, как я вижу, U80. Как я вижу, что даже коробочка не мятая. Smart Watch, Bluetooth Watch. Умные часы получаются у нас. И в этих умных, не знаю, что такое, пидометр. Но тут есть пидометр. Сейчас увеличу. Так, где он? Вот. Есть пидометр. Педометр. Что, Sleep? Мониторинг. VT Music. Stop Watch. Это защита часов. Камера. BT камера. BT Noise. Что-то. Короче, полный фарш в этих часах присутствует. Итак, открываем наши часики. Стоят они там в районе 1500. Так, открыли мы наши часики. И видим U-Watch, то есть часы U. Тут же у нас ссылочка есть на Google Play. Краткое описание на английском языке. Ну и все, больше ничего нету. Интересного тут ничего нету. Идем дальше. Вынимаем наши часы пока. Вот такой в поролончике тут небольшом. Так, из ништяков у нас только кабель micro USB. Больше ништяков нету. Голый комплект. Кстати, комплектность надо посмотреть. Так, по комплектности у нас тут ничего не описано. Комплектности нет, да? Ну, давайте часы посмотрим. Часы у нас в матовой пленочке. Чувствую, что ремешок мягенький. Так, вот наши часы. Сразу обращаю внимание, на пленке царапина, надеюсь, на дисплее нету. Силиконовый ремешок, очень мягкий, приятный. Тут у нас тоже защитная пленка, отверстие, USB выход. Так, сейчас приближу. Так, что мы получаем здесь? Это, скорее всего, микрофон, это динамик. Это микро USB порт. И кнопка включить. Все, в принципе, больше ничего нету. Сзади металлическая крышка с отверстием. Скорее всего, либо это reset, либо для открывания. Ну вот, наверное, для открывания крышки это reset. Сброс. Точно не знаю. Ну, проверим. Так, закрываем все наше тут мухомонь. Ну, ремешок уж больно простецкий, конечно. Такой черный. Ну ладно, сейчас на часах еще на руке посмотрим, как часы смотрятся. Включаем наши часы. Видим welcome. Музычка даже заиграла. Так. Появились у нас. Время 2 часа 42 минуты, 31 июня, или июля, июнь, наверное. Сразу уходит спящий режим. Так, у нас имеется Bluetooth, какой-то бег, непонятный, шагомер или что это.
А сколько калорий сожгли? И стул. Что за стул, я не знаю. Так. Меню. У нас имеется телефончик. Это, скорее всего, по Bluetooth связи с телефоном. Так, что у нас еще есть? Письма. Музычка. Нету музычки. Камера. Нет камеры. Как я понимаю, эти часики нужно сопряжать с телефоном. Сейчас с подключим. Так, где мой телефон? Итак, взял телефон. Включаем Bluetooth. Где он тут у нас есть? Включили Bluetooth. На часах он уже включен. Так. А сам Bluetooth еще зайти. Так, он подключил у меня наушники почему-то. Они у меня включены, что ли? Так, делаем видимость Lenovo. Сделаем здесь сканирование. Так, нашли мы Lenovo. Но я не нашел часы почему-то. А, все, нашел часы. Сопряжение. Так, сопряжение наших часиков. Yes. Так, подключили Lenovo Connect. Так, мы находимся на Bluetooth. Так, ладно, заходим в меню. Музычка. Так, ребята, друзья, братишки, надо включить музыку на нашем устройстве. Так, музыка. Так, кого включить, чтобы не забанили? Честно говоря, даже не знаю. Так, на телефоне у нас включен, играет здесь по Bluetooth. Так, как вы поняли, как вы услышали, ну вот сейчас не хрипит, но если прибавить. В принципе, играет громко. На максималке, конечно, хрипит, к сожалению. Но музыка играет, наушников, к сожалению, порта нету. Так, выключаем музыку. Так, пользуемся камерой. Пожалуйста, войдите в камеру, да, как я понимаю. Итак, заходим в нашу камеру на телефоне. Так, зашел я в камеру на телефоне. А, BT Noise App in Remote Device. Пожалуйста, установите BT Notice App. Приложение надо, короче, установить для камеры. Так, пробуем звонок. Так, это у нас не то.
Так, вот у нас звонок. Пробуем 112 у нас. Да, телефон звонит. Так, это у нас говорит сами часики. Далее. Так, что у нас тут? Сообщение. Так, для сообщений тоже нужно приложение установить. Так, в большинстве случаев нужны приложения. Так, приложение Android. Молчу, думаю, что еще показать. Настройки. А, вот телефонная книга. Так, телефонная книга у нас имеется. Сообщение мы не можем без приложения зайти. Можем позвонить, послушать музыку. Disconnect почему-то. Почему-то у меня выключился Bluetooth. А, кстати. Ладно, фиксим с Bluetooth. Так, сейчас что нам самое интересное? Какие тут виды часов есть? А, язык, кстати. Что-то я даже на язык мне этот не заморочился. Так, часы. Установка. Аналог. Ну, это бред. И почему-то этот бред не видно, как настроить. Так, что у нас еще тут? Sound. Bluetooth, батарея, дисплей. Вот язык. Так, язык. Русский язык есть. Готово. Дальше смотрим на текст. Итак, на тексте у нас звонки. Музик, БТ, камера, ВТ, извещение ВТ, установки, анти, потеряли, тип оповещения, вибрация, состояние, включить. Это, как понимаю, по Bluetooth будет сигналить, что вы потеряли телефон. Далее, монитор сна, время сна. А, это можно отключить. Получается, часы, на чтобы не работали не лишнее время. Питье какое-то. А, ну можно установить время напоминания для приема пищи или воды. Так, что еще-то вам показать? Ну, русский язык, в принципе, нормальный. Установка. А, ну, эти сами часы. Так, тип часов. Цифровые. Ну, аналоговый один, вообще фигня. Так, готово. Ну, эти тоже не айс. Так, попробуем тогда еще. Сенсор очень хорошо работает. Так, сейчас. О, он даже у нас статический. Хороший статический сенсор. Все работает быстро. Так, что нам еще нужно? Установки опять часы. Так. Аналоговые, цифровые. Цифровые это, наверное, тоже то, что было с начала самого. Ну да, это такие обычные часы. И что нам еще? АПК это приложение, скорее всего. Так, звук. Режим звука. Только звонок. Так, режим звонка. О, рингтоны.
Так, это у нас первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Ну, короче, из всех я бы выбрал первый, более-менее. Как будильник играет. Итак, что мы получаем за 1500? Значит, переходим к обсуждению. За 1500 мы получаем кабелек бесплатный. Так, вот такие часы. Ремешок, кстати, вообще теплый какой-то. Ну да, силикон, скорее всего. Так, вот такие часы. В принципе, время есть. Также можно ответить на звонок, не доставая телефона из кармана. По громкой связи пообщаться. Всякие... Ну, не всякие. Ну, приложухи есть. Как я понял, по питанию, по бегу, по калориям. Это, скорее всего, сон. Когда спать. Так, увидите сообщения, не доставая телефона, звонки. Я бы сказал, это как купить гарнитуру себе за 1500. Музычку можно послушать, также не вынимая телефона. Из минусов, ну не знаю. Я, в принципе, это и ожидал увидеть. Что хотел увидеть, то и получил, так говоря. Но так, часы за 1500 нормальный вообще вариант. Даже если их взять как просто часы. Хороший сенсор, работает хорошо. Ладно, сейчас скроем их. Так, берем иголочку. Во-первых, проверим, что это у нас. Так, вот у нас включен он. Кстати, это не ResSet почему-то. Это может быть антенна, конечно. Я тычу, ну ладно. Но это не ResSet сзади. Хочу вас, кстати, удивить. Эта крышка сзади, она приклеена. На двухсторонний скотч. Но мы ведь вандалы. Мы просто так не оставим. Так, оторвал я эту крышку. Сзади вижу болтики. Так что еще минуту. Так, сейчас мы раскурочим эти часики китайского происхождения. Кстати, прошу заметить, на часиках
нету гарантиечки. Они, наверное, взяли вот эту крышечку в виде гарантийки сделали. Так. Вот такие у нас 4 болтика тут имеются. Берем опять нашу иголочку. Снимаем крышку. И о чудо! Итак, видим мы, что у нас тут присутствуют кнопочки, динамики, сама плата и вот такой вот аккумулятор. Я думаю, миллиампер 200 то он есть, миллиампер часов. Может даже... А, ну почему 200? Это, наверное, как на этих, на вертолетах, на самолетах, там, по-моему, по 300, по 350. Так что я думаю, этим часиком как хватит этого аккумулятора. В описании, кстати, не... Ну, здесь... Что это было-то? Завибрировал. Тут, кстати, вибрация еще есть. Так что у нас полный фарш. Вот, кстати, это, я как понимаю, динамик. Вот это микрофон. Динамик, кстати, большой. Неплохо играет. Вот и наша антенна. Кнопка криво стоит почему-то. Или ее крышка прижимает. Ну вот наши, короче, кишки. Кишки-мальчишки. Ну, в принципе, все. Хотел показать. Все, что хотел показать, собираем их. Кстати, еще хочу предложить такую вещь, что все товары, которые у меня есть, мне же все-таки их надо куда-то реализовать. Так что все, что есть на обзорах, в принципе, все продается. Пишите мне в личку ВКонтакте, я вам отправлю товар. А так часы мне понравились. Единственный минус, это то, что я не ношу часы. Поэтому они мне нафиг не нужны. Это, я считаю, главный минус. Кстати, воду они не перенесут. Никакой водонепроницаемости у них нету, защиты нету. Такие обычные часики. Так, все у нас работает. Сенсор порадовал, статический сенсор. Уже современный, не этот там, который тычешь всем подряд, и он работает. Здесь уже более современный сенсор. Так, крышечку нашу. Для чего вот это нужно отверстие, я так и не понял. Скорее всего, поддеть, чтобы открыть их или что-то такое. Ну а так часы неплохие, в принципе. Батарея, я думаю, сутки-то будет держать. Может, двое, трое. Так, ну вот такие вот у нас дела. Goodbye. Все, кто не подписан, подпишитесь. Напоминаю, что делаю вот такие брелки.
госномера. Всем удачи, всем пока. Вот такой вот был обзор. Давайте.